Сегодня увечеры на Головной площади Гомеля отбудется встреча с головными героями новогодних святов – Дедом Морозом и Снегуркой, а так само их добрыми лесными помощниками. Початок мероприемства о 18 године. Дети смогут прочитать Деду Морозу верш, отгадать загадку и отримать за это солодкий приз. Так само у программе забавы и конкурсы, гульни и карагоды вокруг новогодней елки. Штодённую работу резиденция Деда Мороза у Гомелі почне 25 снежня. С этого дня и по 7 студеня гомельчане смогут погутарить с господаром резиденции и его сябрами. Тут же будут працевать святочные пляцовки и гандлевые рады. Все лето на центральной площади Гомеля у першиню усталевана пиксельная новогодняя елка. Ее упрыгожили 120 гирлянды и маль 60 тысяч ультраярких пикселев, которые створают единую светловую сетку. Верховину елки упрыгоживает вифлеемская зорка. Новая концепция выкористана и при упрыгоживании самой площади. У одну композицию выстроены 5 арок с корунковым орнаментом. З'явилася новая арка с орелями. Стилизованный светловый городок утворяют 60 невеликих елок. Так само на площади разместились головные символы отходящего и будущего года, знаки зодиаку и иншие фигуры.